Приветствую вас, дорогие друзья, у микрофона по-прежнему Рамзес. Ребятушки, возвращаемся в КС-очку. И сегодня продолжаем играть на серии «Сожри меня полностью зомби 1». Айпишечка, группа сера, все как всегда в описании. Обязательно заходите, играйте. И, конечно же, кто хочет, покупайте привилегии, ребятушки, через онлайн-сайт. Ссылочка будет в описании, киберарена.ру. Вот, можете цены посмотреть на привилегии, сейчас вам покажу, вот. То есть, не очень таки дорого, через онлайн-сайт купить. То есть, все быстренько, после смены карты у вас появится привилегия. И все такое, если есть у кого какие-нибудь вопросы, пишите в группу ВКонтакте. Друзья, ссылочка также будет в описании. Так, ну что же, приступаем к обзорчику. Не к обзорчику, друзья, а просто поиграем сегодня. Повыживаем, так сказать, под привилегиями. Так, через меню VIP давайте возьмем какую-нибудь пушечку. Вот эту вот. Сейчас пофармим чутка ресов. Так, 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 сколько нам? Плюс 100 паков далось. Согласитесь, друзья, неплохо. Очень даже годно. То есть здорово, друзья. Так, давайте вот этих зомби попробуем убить. Убить, убить, убить. 3 кхп. Блин, перезарядка, перезарядочка. Забыл. Давайте сразу же включим через менюшечку, админ меню, так, трогать вроде бы не будем. Тут в следующем раунде сделаем себе немезидок каким-нибудь. Давайте через меню босса включим паутинку себе. Далее через меню лорда включим себе, друзья, граб. И через менюшечку дарка вроде бы, да? Через менюшечку дарка включим бесконечные патроны и возьмем, давайте, перчатки бога. Перчаточки бога взяли. И хаммер давайте поменяем, какой-нибудь хаммер возьмем, хочу. Хаммер в шадах хочу, вот. Такой, друзья, для лордов. Опа, и сейчас по фану убьем. Ну, к сожалению, не я, ладно. Ладненько, ладненько, так, зомби здесь есть. Так, у нас невидимка скоро кончается. И будет очень-очень плохо нам, друзья. Вот, зомби наши, ох ты, это powerful, powerful, powerful. Так, слава богу, он промахнулся, друзья. Это нам с вами плюсик, плюсик. Ух ты, все, я понял, нам нужно убегать. Убегаем мы с вами прямо-прямо сейчас. Вот так, вот так, вот так, вот так. То есть прямо сейчас убежали вроде бы. Думаю, сойдет. Так, 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 так. Скоро, ребятушки, кстати, летнее обновление выйдет, очень прикольно. Там добавятся квесты. То есть, понимаете, друзья, квесты. И вы сможете за эти квесты получать донат монет. Так, друзья, короче, продолжаем. Профкашил немножко. Давайте через меню админа возьмем себе немезида и дьявол. То есть сделаем все. Я, получается, дьявол. Так, попрошайка. Все, онлайн, как видите, неплохой. То есть 30 человек практически играет. То есть очень здорово. Так что обязательно, кто хочет, приобретайте привилегии. Так, успею, не успею его убить. Так, он взял невидимку. Я, короче, понял, через шадова. Так, давайте, давайте. Опа, этого, найс, убили. Неплохо, друзья, отлично. Давайте вот и босса убьем. Так, здесь админ еще, то есть давайте пойдем вот сюда, спрячемся, может к нам кто-нибудь придет, сейчас посмотрим, в принципе. Так, вот уже кто-то пишет, что я АФК, Рамзес, мы думаем, думали ты АФК, ну, сейчас, может кто-нибудь придет, мы попробуем их убить. Так, не видно пока что там людей, так, вот здесь один я вижу, окей, так, один там, может на спавне кто-нибудь есть, сейчас посмотрим. Нет, на спавне никого, к сожалению, нету. Ну ладно, вот, двое игроков здесь, они меня не поджидают, в принципе. И сейчас минус один и минус второй. Здесь еще босс есть, который тоже тай практически. Ух ты, нифига себе, нас забустили. Нифига себе, здорово. Так, давайте. Че, пацаны, ютуб? Да, пацаны, ютуб. Давайте, вот этого, найс, убили. Так, последний раунд, кстати. Последний раунд, и онлайн 26-27 человек, то есть здорово. Так, давайте этого и убьем. Ах ты, ах ты, ах ты, ах ты, куда же ты убегаешь? Так, тебя, брателла, убьем. Брателла, брателла мой, брателла. Найс, убили. Так, ждем. Так, друзья, короче, снова фукажил, остается у нас 2 минуты, даже полторы. И я специально хотел попробовать вот так завалить игроков. Осталось, кстати, 8 человек, может, в принципе, получиться нам выиграть этот раунд, но мы, в принципе, посмотрим, посмотрим, друзья, посмотрим. Так, ну нет, к сожалению, наверное, не получится. Значит, Рамзес, читы, да, друзья, читы, читеры. А так, здесь вроде бы был кто-то, или уже нет, нет, вот этого мы, значит, завалили. Окей, в принципе, 6 человек, может, попробовать. Так, здесь вроде бы никого нету. Зомби решил передохнуть, друзья, ну пускай передыхает.
Так, окей, здесь есть босс, получается, которого мы с легкостью убили. Так, здесь никого, никогошечки, окей, идем чекать сюда. Здесь есть кто? Здесь никого. Вот, я видел, парашют полетел, парашютик. Так, вот здесь двое игроков, у нас остается 30 секунд, 4 игрока. Так, давайте, опа, ой-ой-ой-ой. Не получается нам, не получается. Ох ты, найс, убили. Так, с 3 игрока вот здесь кто-то был. Я точно помню, наверное. Текс или никого. Никогошечки, значит 10 секунд. И нам остается чекнуть только спаун. Спаун килл наш спаунчик. Так, здесь никого. И здесь, давай 2 секунды. И о, успели, найс. Жаль, но никто не победил. Никто, кстати, почему-то раздельно. Здесь никто, просто вот так. Ладно, окей, карта меняется вроде бы. Давайте продолжаем. Так, карта будет продолжаться. Так, наверное, да? У нас паутинка, мы можем вот так летать, кстати. 19, все, давайте возьмем. Так, у нас все вроде бы включено, куча на кучу. Сейчас через меню арканы возьмем себе винтовку Драгонбор. Все. Взяли Драгонлор, включили невидимку, берем снова Драгонлор в руки и начинаем вот так мочить зомбаков просто. Опа, вот так, неплохо, согласитесь, друзья. Вот зомби и нонскопом его, вот так. Рамзес, когда видос выйдет? Завтра. То есть я снимаю во вторник, друзья, а для вас он выйдет в среду. То есть, ух ты, найс, давай. Нас сейчас убьют. Паутинка. Ай, не успели. Не успели, к сожалению. Давайте возродимся. Попробуем возродить тебя, Рамзес. Вот так. И давайте сделаемся человеком. Если, конечно же, можем так. Надеюсь, вы не будете бомбить. Так, успеем мы подобрать. Мы же не успеем уже Драгонлора подобрать. Давайте возьмем тогда АК-47 сатаны. У него также очень имбовый урон. То есть вот сейчас попробуем еще здесь убить. Найс, убили этого зомби. Рамзес настоящий. Так, на паутинке 17 хп у нас остается. Это наш шанс. Наш шанс. Улететь лучше, улетим лучше. Вот этого зомби добьем. Если, конечно же, получится. Так, найс, наш шаром просто убили. Просто шаром. Ну а, друзья, будем заканчивать. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Кто хочет, обязательно покупайте привилегии на этом сервачке. То есть очень прикольно, онлайн постоянно. Так что всем советую. Ну а с вами был я, Рамзес. Всем удачи, всем пока. Пока.